Главное, держись. Фотографируйте, снимите. Я уже. Вадим у нас едет просто. So it, to stay 1 hour. So. Yeah. Идем в секретное место. Мне кажется, Кристина будет не Кристина, если при всей моей любви к ступенькам каждое путешествие я на них забираюсь. Я просто ненавижу это делать. Окей. Тут у нас птица. Все блага цивилизации. Девочки. Страшное дело тут творится. Он что, жив? Он не жив. Нет, он водится только на Боракае. Это сумасшедшие конструкции тут. Это на них дальше подниматься. Поскольку Боракай славится своими закатами, мы приехали сегодня посмотреть еще один на самую высокую точку острова. Это гора Лухо. Она высотой 100 метров, и отсюда открываются прекрасные виды на весь Боракай, на соседние острова. Сейчас будем любоваться. Я думаю, это тоже однозначно масти, особенно смотреть закаты с каких-то вьюпоинтов. Это очень круто и красиво. Поэтому пойдемте наслаждаться, посмотрим, что здесь. Вот я вижу там уже пляжики. Беленькие, прекрасные наши пляжики. Итак, еще немного ступенек. Итак, здесь какие-то странные конструкции. Вид потрясающий, но конструкции странные. Кстати, доехали мы с конца первой станции сюда за 300 песо. Вау. И вход сюда стоит 120 песо. Они скрипят, когда там ходят. Жесть. Здесь, кстати, рядом на горе как раз и можно прокатиться на тарзанках. Над вот этой всей 100-метровой высотой, над джунглями. У нас были желающие, не знаю, приедем мы это еще или нет. Саш, ну чё, покажешь нам? Класс. Я бы хотела. Но не сегодня, нет, не сегодня.